Всем привет на канале Блог Художника. И сегодня я вам расскажу, как из такого вот куска пенопласта можно сделать имитацию старого дерева. Нам понадобится обычная дрель и вот такая вот щетинная металлическая насадка. Обжигаем ворс, делаем это аккуратно, имеем при себе огнетушитель, чтобы, не дай бог, ничего не спалить. Ну вот такая вот деревяха у меня получилась. Осталось это покрасить, и будет выглядеть как настоящий кусок дерева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.